Однажды я гуляла по городу Кентамани и наткнулась на интересный базарчик. Продавцами здесь были только молодые люди и девушки. Я решила пройтись по рынку, посмотреть, что здесь происходит. Столы очень красиво украшены, все радуются, меня зазывают, продают в основном готовую еду. Тут студенты какого-то университета сегодня приготовили рыбные блюда и их продают. Можно очень дешево купить. Would you like to try something? Yes. Я разговорилась с этими молодыми людьми и узнала, что они из университета Денпасари. Они с разных факультетов, и у них такой конкурс, где они должны приготовить рыбу. Поэтому ее можно попробовать в разных вариантах. Hello. This is a dessert? No? Pardon me? This is a dessert? Yes. Yes? This is salad. Такой рис запеченный в лукошках. Девочки какую-то рыбу требуют. Hello. 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 What do you have? What do you have to try? Oh, it is. It is spicy. Spicy? No, no, no. No, no spicy. No spicy. Okay. No spicy. Какая красивая рыбка здесь приготовлена. Здесь какая красивая. Hello. Я поняла, что мне очень повезло, потому что я купила себе обед и ужин буквально за копейки. За 10 тысяч индонезийских рупий. Это очень небольшие деньги. Very spicy. Yes? Yes? Hello. Hello. No, thanks. Вот эти молодые люди и девушки в военной форме, студенты полицейской академии. Hello. Они учатся на офицеров полиции. У них я купила сатай из рыбы.